Эльфрида Блауенштайнер, австрийская серийная убийца, вошла в историю австрийской криминологии как черная вдова. Эльфрида родилась 22 января 1931 года в Вене. Она давала объявления в газеты, предлагая свои услуги по уходу за больными и подыскивая своих жертв среди состоятельных клиентов. Она испытывала зависимость от азартных игр и нуждалась в финансовых средствах. После того, как ее клиент отписывал ей свое имущество и недвижимость в наследство, она его убивала. Завещание она подделывала у своего адвоката. В качестве средства убийства Блауенштайнер использовала эуглукон, понижающий уровень сахара в крови, в комбинации с антидепрессантами. Деятельность Блауенштайнер в конечном итоге вызвала подозрение у племянника одной из жертв, который посчитал себя несправедливо обойденным в завещании. Первоначально в 1997 году Эльфрида была признана судом виновной в убийстве в городе Кремс и приговорена к пожизненному заключению. Затем, в 2001 году, состоялось еще два процесса по обвинению в убийстве в Вене. Блауенштайнер в ходе судебного рассмотрения отрицала свою вину и отличалась экстравагантным поведением. Она скончалась 16 ноября 2003 года в городе Нойнкирхен, Нижняя Австрия, от последствий развившейся у нее опухоли головного мозга и была похоронена на кладбище при крематории в Венском районе Зиммеринг.